Нажатием на значок в правом нижнем углу экрана мы переходим в меню настроек устройства. В окошке VLAN производится подключение к интернету по сети Wi-Fi. Проведением по экрану направления сверху вниз можно также перейти в окно настроек, в котором возможно подключение Wi-Fi. В окошке «Трафик» можно посмотреть и настроить данные использования интернета. В этом окошке пользователь может увидеть все данные о подключенной сим-карте. И еще некоторые стандартные настройки интернета в последнем окне данного меню. Перейдя в следующий пункт меню «Настройки устройства», можно установить параметры дисплея, такие как яркость, фоновый рисунок и прочее. Также можно настроить звук устройства, в которых можно выставить пропорции саббуфера или перейти в эквалайзер. Значок эквалайзера также есть среди окошек всех приложений. Перейти в эквалайзер можно также через музыкальный проигрыватель устройства. В меню устройства имеется широкий выбор заводских установок, в которых пользователь может настроить подходящий параметр управления.